Друзья, сейчас едем на барахолочку и решил снять ролик перед этим. Значит, сбросил еще 81 гривну. Это деньги на реабилитацию нашего бойца ЗСУ. Почему я это все время показываю? Для того, чтобы люди, которые имеют большой поток финансовый, не только, тоже делали добро. Вот у меня, например, какая-то продажа, я определенный процент помогаю семье и, конечно же, вы знаете, животным, я обожаю животных и ЗСУ. Я уже перечислял финансы, это карточка мама, мамы парня, который находится на реабилитации. И ее координаты у нас в группе в Телеграме. Уже почули цей звук. Да, не забудь, не закатя хочу. Вінничиною, які летять на Донбас. Отак от. Отаке повідомлення. Пан Андрій нам пише, привіт, не зла. Мені спочатку треба почувати саме НАТО. Ось, смотри. Это, пишу, это. Ні, ти представь. НАТО це не панацея. Ми самі говорят, полтавчане, очень рады тебя видеть в кадре. Но я не очень рад видеть. Но харьковчане не очень рады видеть. А мне сегодня, ночью просыпаюсь, OLX доставка, Олимпус, 2500. А у меня там написано, что он, ну, у парня из Киева. Не читает половину объявления. Не увидят, что? Не, у него много нормальных доставок. И там получается, что у меня написано, что я его включил, он рабочий, но полный функционал, я же никогда не проверяю, у меня нет ни желания, ни времени, у меня на Виолете так написано, заказал, но я не знаю, заберет или нет, не буду, только что звонят по кисточкам, говорит, значит, перед этим парень звонит, говорит, можно мне 5 кисточек по 5 гривен? Наложенный платежом, да? 5 кисточек по 5 гривен! А сейчас сегодня приедет 50 кисточек по 5 гривен. Наложен платежом? Не, он на велике приедет, с конного рынка. Ну ладно, 50 это не 5. Всем очень понравилась твоя история с парнем с этими с картриджами. Поэтому если таких историй нет, можешь даже в кадре ничего не говорить, просто молчи. Не приезжать? Не, вообще просто молчи. Отвез меня на барахолку и домой едь обратно и все. Так я уже третий раз еду на барахолку. То есть должна быть какая-то интересная история. Ух, у тебя такое грубое рубение. Я думал, прилет. Ну, все ж подорвали. Да, то я спал. Громахнул вот так. Вот, Саня, что ты сделал утром? Вот твой какой, помимо того, что ты сходил в туалет, это все понятно. Еще не ходил. Ну, сейчас сходишь на барахолке, 5 гривен с тебя. А у меня, я там туалеты платные поставил. Значит, что ты сделал утром? Чем ты можешь гордиться? Вот скажи. Я уже проснулся. Вся. Кстати, это хорошее. А вот смотри, видишь, модели уже когда снимают. Когда рекламируют, ты понял, одежду, а. Видишь. А я, Саня, отправил 81 гривну на реабилитацию за ИСУшник. А что так мало? Это все так думают, что мало. С миру по нитке. И... Вот так построили огромные пирамиды за счет минимальных вкладов. Молодец. Вот я этим горжусь. Я щирый украинец. И подписчик спрашивал у тебя, почему ты перестав на украинской мове размовлять у ролика. А только что ты делал? Нет. Эти нахуй! Там полицмай едут. Так, ебать. Ну а куда мы должны стать, ара? Ну, так там зеленый, чтоб все стоят. А, надо вообще ебать с правого ряда влево. Так главное, что там же он ехал. А там зеленый был нам, да? Так в чем прикол, что с правого ряда он поехал в левый. Друзья, вот мы стоим, а реально вообще некуда подвинуться. Вообще вот просто забито. И сигналят. Ну, не дай бог, чтоб там ситуация была. А что, я ругался, да, только что? Нет. Просто. Как ты ездишь, интересно. Ну, конечно, такая машина позволяет Юрка, блин, вести... Аккуратнее руками. Юрка, вести себя. Юрка. Я не знаю, что за Юрка. Ну, вести себя, Юрка. Что за Юрка? Посмотри, сколько машин. Это капец. Ребята, я вам...
Иди нах, опять, что ты кому сигнал? Не дуди. Ребята, я вам не советую с мультиком ездить на барахолку. Каждая барахолка — это минус серьезный ваш бюджет, потому что не получится купить что-нибудь за 50 гривен или за 100. То есть берите сразу 2, 3, 5, 7, максимум 8 тысяч. Ой. А как ты думал? Я уже зарекся, говорю, не буду с ним кататься, все, хватит. Мне уже люди предлагают, говорит, Эльдар, какие вещи предлагают? Сколько стоит с тобой вот завязать дружбу, ходить на барахолку? Я говорю, ребята, это бесплатно, но... Ты опять меня перебил. Бесплатно. Кому бесплатно, кому платно, да? Кому платно, да. Ну, пока это мой худший ученик, который есть. Вот. Наталка Полтавка стала просто богиней фарфора. Кира. И еще сотня моих учеников. А это самый худший, потому что он марнотрат. Понять? Он тратит столько, что мне потом... Все, спасибо, я потом живу, полгода. На кредиты. Марнотрат. Гадость я хотел сказать, да? А подписчики спрашивают, а где этот, где этот? Сейчас, смотри, сейчас мне товар принесут, скажут, Саша готов товар. В жопе. Друзья. Кеды я уже не куплю. Затарились столько, я просто... А я же говорил, а я же предупреждал. Купила ребята, кроссовки. Иконы, часы, какие-то игрушки, какие-то, блин, броши, молитвенники. Я просто... Ребята, это просто капец. Саня, у меня вопрос. Тут есть еще... Два таких идиота, которые столько покупают, выручают, блин, всех перекупов, а? Насколько? Ну, на сколько? На тысячу? На три, да? Ну смотри, я затарился. Я 2200 отдал, плюс 200, 2400 плюс фотоаппарат, 2800, на 3000, короче. Это ты только? Да. Смотрите, трешка. Это с моими. А, с моими. А, ну там и мой долг, да? Да. Короче, трешка — это мы в одном месте. Ну дай проехать, блин. Да там плеяда целая. Трешка, и я с собой брал еще, наверное. Это, наверное, под косарь, блядь. В общем, где-то что? Больше 4000, да? А ты еще? 4500. У меня 4500 нет. Не, у я еще брал где-то косарь с собой. Ну, я брал лично 4500 кроссовок. А, их нету, да? Да, ну, значит, где-то больше 5000. Охренеть можно. Это за одну барахолку, но это на дворыло. Вот на еди дворыло. Конечно, а теперь довольный, едет картошечку молодую хрюкать. Какую картошечку? Кроссовки ехать покупать надо. Какие кроссовки он мои купит за 6000? Они хоть и бэушные, два раза одел только. Ноги не потеют вообще. Носки не менял, блядь. Не, у меня носки фирменные, Соломон. С дырочками. Ребята, это просто шок. Сука! Ты видишь, пол барахолки орут, блядь. Купи, купи, хоть за 100. Ребята. Никто ничего не покупает, хоть за 100, блядь. Просят. Вот скидки нужны нам, чтобы мы покупали. Просят хоть что-то купите, ну так дайте скидки. Просят люди хоть что-то купите. Ну так а как что-то? Потом, наверное, знаете, что отдельным роликом покажу, что мы купили, потому что я даже не... За рулем едем. Да, за рулем, да, то понятно. Еще я купил... А один... Купил книг, купил еще. С журналами. Макулатура. Килограмм 10. Но там классно. Я когда-то продал такие... Ну, это давненько было, за 100 долларов. Саня молодой еще, у него опыта не столько. Он еще на макулатуру еще не перешел, блин. Справа, осторожно. Осторожно, справа. Вижу. Я вижу, как ты катишься. Я ж вижу, туда. Я помню, как ты видишь. Вижу, Саня. Не жужжи, под руку. Под ногу. И под ногу, и под руку. Сейчас зайдем в армейский. И мне тогда купи, чтобы у нас пара одинаковых была кроссовок. У меня 44 с половиной. Нет денег. Так, ребята, покажу вам маленькую часть. Не знаю, остальную я успею показать или нет.
Тут что-то под ремонт. Серебряные часы, пробки какие-то. Серебра до хренище, корпуса. О, ребята, сколько там в багажнике? Сегодня две иконы, два... Ой, сейчас из Швейцарии набрал. Посмотрите, сколько. Ролексы, шмолексы. Я просто одной рукой снимаю. Я не знаю, мне что-то тут еще у меня. Короче, друзья, это просто капец. Швейцария, серебро. Еще одна, наверное, вот эта Швейцария. Это только у меня. Это маленький-маленький кусочек. На запчасти. Вот такие. Это мне подарили Swissmade Gucci, Hirucci, кварцевые. Ну, в общем, капец, ребята. Просто капец. Вот это сегодня затарились.